Йо-йо-йо, всем привет, друзья! Сегодня новая заруба, я встретил школьника со своими пацанами, с братвой. Здорово, всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Стасян, Руслан, Данил. И Данил. Пацаны, денег заработать хотите? Конечно. Да, дядька, конечно. Тут такими вопросами не это. Да, снимем зарубу крутую по поеданию шаурмы, я уже все купил. Вот баламбасы наши, вот пацаны. Сейчас находим местечко, вон, я думаю, на лавочку там припадем и по херам мороз нам. И пацаны сразятся, кто быстрее съест. Порядочно. Готовы? Да, да. Все, идемте на лавочку и будем начинать. Итак, мы уже разложили, растусовали всю еду. У каждого получается шавуха. И надо выпить всю фанту, пацаны. Сейчас узнаем немного от каждого участника, хай пару слов за себя расскажет. Так. Братан. Данил, учусь, живу ага. Потихонечку. Ага. Куришь, пьешь? Да. Конечно, каждый день. Ага. С девочками гуляешь? Конечно. Красава. Ну, молодой бизнесмен, что сказать, видите, шаурму сижу и ем. 20 рублей занимает у меня. Красава, базар анима. Ну и как и всегда, как и я, блин, про него школьник уже знает. Да. Да, про меня уже ну, все. Ну да, ночной анонист. Начинаем. Итак, пацаны, я вам желаю удачи. Меньше слов, больше дела. Готовы? Да, да. На старт. Внимание. Марш! Друзья, пишите в комментариях, как вы считаете, кто выиграет. Школьник на опыте или молодые пацаны? Ох, шавуха вкусная, базара нема, ё-моё. Уличная заруба. Болельщиков много, тут все смотрят на заднем плане, прохожие. Красава, ё-моё, давай. Сделайте школьнику, бля, вот это вообще машина. Короче, школьник уже отдыхает, это видно, ё-моё, тут именно пацаны, вот два осталось. Кто из них наравне идут? А Русланчик будет на стримах. Отжиматься, блин, что-то у него не получается. В зарубе, знаешь, будет отжиматься. Итак. Красава. Доел шавуху первый. Литр фанты. Нихера машина, ё-моё. Так, Стасян тоже доел. Русланчик где-то там сзади, ё-моё. Пошла жара, фанта потекла по трубам, ё-моё. Так, Руслан тоже доел. Теперь внимание, внимание. О, ну Русланчик может по фанте опередить, ё-моё. Давай. Осталось чуть-чуть. Ё-моё, там... Зрители такие жесткие смотрят на вас, блин. Давай. И голубь пришел. Пацаны, давай, сейчас Руслан вас обгонит. Да не рыгай, животное. Не, все. Давай, ты что, сдаешься? Да уже назад, Лиза, не. Ё-моё. А я на тебя такие планы держал, думал, ты сделаешь это. Стасян-то, ё-моё, ну шо? Глядите. Тут по херам мороз. Да это именно жесткий типуля. Ух, бля. Сможешь, Стасян? А что ты сдался, ё-моё? Так, пацаны, значит, поподстрочу ему, ё-моё. За то, что сдался именно вообще. Что да. Там? Что там, маленький? Я сейчас стругать буду. Да не прикалывайся. Местечко темное. Не прикалывайся. Итак, друзья, мы поздравляем Руслана, он занял первое место. Там они шавуху быстро просто начали хавать. А у тебя тактика типа, да? Я потихоньку вот там на них смотрю и начинаю эту херачить.
Да, Руслан просто отключил режим выживания и, блин, начал хавать. Что не идет, Стасян? Жестко не идет. Да все, хватит. Ну давайте вот еще, смотрите, минуту времени. Кто из вас за минуту больше отопьет, у того второе место. Все, время пошло. У нас же тут, у него больше, у меня меньше. Ну вот за минуту, если он больше, тихонько. Не, все, короче, никакой минуты мы не делаем. Уле. Ля, малый, это твой фанат. Все. Пошло. Это все. Не, все. Ничего себе, а как у Руслана получилось все выпить? Маленький, как тут так? Все решает, блин, папкин животик, блин. Да? Красава. Ура. Так, Русланчика поздравляем с победой. Давайте какое-то наказание. Предлагаю самое жесткое наказание вот этому пацану, что он сдался и даже не захотел допивать. Так, сколько это, минута нужна, чтобы я больше не выпил, да? Да уже все, все, все. Полегчало, гля, он говорит, нет, я все-таки не хочу жесткое наказание. Блин, Стасяну что-то... Да все, хватит, Стасик, ебать, сейчас вырвешь. Да, не надо, не надо, да. Ну, у вас наравне, да, короче, там что-то? Вот давай отжимание. Вот сейчас как раз жестко. Вот и тут посередине. Посреди площади? Да. Да, можно. Сейчас, знаете, передохнуть. Или приседания. Так, его сейчас живот будет трустить. О, бля. Но шавуха залетела нормально, да? О, блин, такая вкусненькая. Ну ты скажи, как ты быстрее всех шавуху съел? Я не знаю, но это жесткая тема. Ну, если бы не фанта, я бы выиграл. Ну да. Что-то ты не подготовился. Да я же думал, что только есть, а пить. А я так пробовал ее, пробовал, а потом как фанта запил нормально. Дяхнул? О, бля, ебаный, темное местечко. Я сейчас прям... Так, давайте, проигравший, отжимайся. Стасян за второе место что, будет что-то делать? Давай. Стишок знаешь какой-то? Песенку. Песенку. Стишки, бля. Ох, бля. Бля, сейчас кому-то, бля, в руки срать буду. Ой, бля. А вот птичка сейчас докушает вашу эту тему. Шнягу. Вот. Да, мусор за собой убираем, это однозначно. И бутылочку свою, Русланчик. Как зовут, я забыл? Данил. Данил, давай приступай сейчас к выполнению, ё-моё. Что там? Пацаны, приведите его в чувство, ё-моё. Давай. Ну ладно, можешь встать на лавочку и крикнуть, подписывайтесь на Димакс ТВ, если тебе спортом тяжело заниматься. Да не тяжело просто. А в конце эмоти. Громко. Подписывайтесь на Димакс ТВ! Да громче, что-то ты слабый. Давай, давай. Он дед повернулся, но он не услышал его. Так, в общем, вручение, церемония награждения. Малый, а ну отчитывай. Значит, малому за первое место 100 гривен, за второе место 50 и за проигрыш ничего, пендаля. Нет, там десятка чисто на маршрутку его. Да вот, полтинник целый давай ему. А тебе сотка. Порядочно. Порядочно. Ну давай, малый, хоть ты что-то сделай, отожмись. Сальто, малый. Вы видели, а я видел. Давай. Вот где монстр. Схавал больше всех, выпил, еще и спортом занимается. Все, аплодисменты. Аплодисменты, браво. Браво, браво. Друзья, вот такой позитивный видосик. Надеюсь, вам понравилось. Было жестко, хотя казалось, вроде бы и мало еды, да, всего лишь по шавухе. Но шавуха большая и плюс литр газированной фанты. Получилось, ну, реально тяжело. Да, Русланчик? Все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра, до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока.